Такое изредка случается, когда на базе маленького семейного седана конструкторы делают кабриолет. Случается такая процедура, когда все типа хорошо. Вот и в преддверии кризиса на Opel Astra прилепили складную крышу. И получили кузов, твин-топ. Ну для начала-то давайте про Astra. А то народ ее прилично так накупил. Когда-то я в эфире прокатился по рекламе Opel. Вы знаете, как-то странно быстро, но помогло. Дело в том, что ни одна англоязычная страна марку Opel не знает. В Англии он продается как Vauxhall Astra, в Китае Opel нет вообще, там это Buick X-Sense XT. В Австралии это Holden Astra, который, провалив продажи, в 2009-м сменили Holden'ом Cruze. Ну и чтоб понтов-то совсем поубавилось, то это никто иной, как заменитель Deo Nexii, она же Opel Kadett, производимая с 1984 по 1991 год. Я толком не понял, но зачем-то надо было похоронить легенду, производимую аж с 1937 года. Это получается, что у GM свои тараканы, бешеные тараканы. Та же ситуация с двигателями. Их на Астрах опробовано. Жесть. 29 штук. Я бы очень сильно подумал о том, что там надо исключительно качественно и регулярно менять масла. Ну ладно, хоть коробки всего-то две. 4-ступка автомат и 5-ка механка. Но чтобы попасть на капремонт, ну вонах. Теперь, собственно, зачем появился Twin Top? Была такая машина, Тигр, и был у нее кабрик. Кризис похоронил ее, но шторкнуло. Нужен кабриолет. И хрен с ним задними сиденьями. А может попрет. Справедливости ради заметим, что поперло только с крышей. Автомат действительно быстрый. А так, хотите знать, сколько примерно кабриков из 5500 Астр было реализовано на территории России? Ну, не более 40 штук. И вам самим судить, поперла эта машинка или не поперла. Потому как если нужен заряженный кабриолет, то это только BMW Z. Кстати, если честно, то кабрики в России не прут вообще. Хоть мы и привыкли в последнее время класть на безопасность автомобилей и швырять их по дворам, лучше раздолбанная дешевая боковушка вандалами, чем прорезанная крыша или потеря дорогущих и редких боковых или задних стекол на кабриолеты.